агентство «Дежавю» приветствует своих клиентов! Наше агентство предлагает исключительно реальное путешествие во времени. Да где это мы? Что здесь происходит? Ничего не понимаю. Сабина была вчера на казни. Нет, вчера целый день с чумой провалялась. Какое жуткое место. Боюсь даже представить, какие тяжкие испытания выпали здесь на долю наших друзей. Ну теперь-то мы повеселимся. Давненько мне так не отбиваться. Праздник обещает быть